Алексей, здравствуйте. Хочу сказать вам спасибо. Благодаря вашим, о, как раз, Александр, благодаря вашим статьям, вашему сайту, вашим урокам прививки плодовых деревьев, тогда еще ваших вебинаров не было. Да я еще до вебинара успел отключиться. Я проникся этим, захотел иметь свой плодовый сад. Уже 5 лет я прививаю на нашей яблони Сибири, в Нижнем Тагиле. Наверное, Сибирьке. Вот. Результаты были разные. 20%, 50%, 70%. В этом году 100. Вот. Своего сада, к сожалению, нет. О, там, где хотел приобрести землю, построить дом, стоимость земли очень дорогая. Подлейшая вещь. В стране земли нет. Привожу там, где нахожу яблони Сибири. Смотрю, где биологическая совместимость лучше, там и привожу на следующий год. Здорово. В этом году привели все 25 прививок. Хочу еще раз сказать спасибо за ваши уроки. Ребята, я прицепился вот к этим словам. Стоимость земли дорогая. В нашей стране, где все пустеет, у нас каждый этот, в этом последний год из-за пандемии, только из-за нее он еще на миллион меньше стало. Это кому земля помешала, чтоб людям? Я говорю, дайте мне на один день. Я бы за час успел бы десяток сочинить быстрое указов, подписать, отправить в этот Госдуму бездельникам. Да? Вот. Помню, когда-то с помощью Госдумы пытался помочь, чтобы дали землю самому Байкалову Великому. О, я говорю, часа бы хватило, быстренько, раздать землю всем желающим, где каждый, где только найдет место, говорит, я хочу здесь. Докажите, что здесь будет когда-нибудь нефтепромысел. Нет? Нет таких данных? Что там под землей не проходят какие-нибудь коммуникации, что там под землей нет этого самого метро, и человек, а попробуй, откажи. Отказал его или нахрен? Вот так должно быть. И вот тогда земля зацветет, потому что, поверьте, у нас всех гены у нас этих садоводов сидят. Вот письмо своего сада, нет, стоимость земли дорога. Где же такое, чтобы ни земли не было? Там в любое место придите. Тысячи разоренных, заброшенных этих самых деревень. Ладно, где-то далеко были.